Дорогие друзья, добрый вечер. Я знаю, что не похоже на Алексея Семеновича Козлова, но могу вам сказать, что сегодня концерт происходит с его благословения. От него вам теплый большой привет. К сожалению, он простужен и сегодня не может появиться, но у меня за плечами ансамбль Алексея Козлова «Арсенал». И мы будем Спасибо. Мы будем играть в его духе, по его правилам и традициям, с большим восторгом и удовольствием, как перед вами его поклонница, отчасти ученица. Дай Бог, давайте начнем концерт в поддержку его выздоровления. Хорошо, договорились? Итак, я вам представляю музыкантов ансамбля «Арсенал». Юрий Погиба, рояль и клавиши. Сергей Слободин, бас-гитара. Я в жизни забыла фамилию. Эдуард Петрухин, барабаны, дорогие друзья. Меня зовут Анна, забыла фамилию, уже шутка. Анна Королева. Добрый вечер. Начнем мы с очень известного стандарта. Он называется «Сент Томас». Почему? Просто потому, что очень красивый, и потому, что у нас теплый сентябрь, и мы хотели бы этой игрой вместе с вами продлить это тепло. Thank you.
больше, больше, больше выздоравливать, и в конце концерта прилетит и сыграет ностальгию. По крайней мере, мы бы это очень хотели. Дорогие друзья, позвольте, пожалуйста, изложить наш взгляд на джазовую историю. Мы это сделаем в рамках блюзовой формы, блюзового квадрата, и вспомним несколько джазовых величин, которые все мы слышали, все знаем и любим, но после чего попробуем немного поговорить и уже на своем языке импровизационном, который, конечно же, вырос на знании традиции, без этого никуда. Как соединяются поколения, как продолжает жить джазовая импровизация, мы попробуем об этом поразмышлять прямо сейчас. Какая тональность? Неважная шутка. Thank you.
Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Юра, надеюсь, ты меня не любишь. Мы все поняли. Бывает и такое. Похищение пианиста. Сейчас у нас вернется скоро Сергей Слободин. Я думаю, что он пошел за контрабасом. Контрабас немного изменился в форме. Остался без струн. Ничего, оказывается, на нем сидит. Дорогие друзья, сейчас для вас блюз. Why do you cry?
Для вас играли Юрий Погиба, Сергей Слободин, Эдуард Петрухин, ансамбль «Арсенал» Алексея Козлова. У нас небольшой перерыв. Спасибо, скоро мы к вам вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт и хотели бы начать второе деление с одной очень-очень красивой баллады, которую невозможно не любить, невозможно не играть и невозможно желать слушать и слушать. Снова. Она называется «Round Midnight». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Ну что же, сейчас композиция прозвучит, которая называется Watermelon Man. Что-то нам ее нравится мне. Играть в стиле Джима Хендрикса. А, Юра мне, да, прямо намекает, что арбузная пора. Что после этой композиции все купят по арбузику. Дорогие друзья, ну ладно, пошутили.
композицию Алексея Козлова. Иначе какой смысл финальный? Конечно же, вспомнить главного артиста, нами всеми любимого, ради которого мы здесь собрались. Дорогие друзья, позвольте мне не объявлять эту композицию, так как я уверена, что вы все ее хорошо знаете. We'll be right back.
Его поклонница Анна Королева. Спасибо, дорогие друзья!